23 сентября около 23 часов ровно по адресу улица Пограничника Горькавого, дом 40, 28-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen Polo, совершил наезд на 42-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По словам очевидцев, он ехал по улице на огромной скорости. Женщина с собакой переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Из-за большой скорости автомобиля пострадавшую отбросило примерно на 30 метров от места столкновения. Женщина и собака погибли сразу же. Водитель скрылся с места происшествия. Позднее водителя задержали в Петербурге. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, автомобиль Volkswagen Polo обнаружили в одном из дворов в Красносельском районе недалеко от места аварии. 28-летний мужчина, который по предварительным данным был за рулем, скрыться не успел. По местоположению автомобиля его также быстро нашли и задержали. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали ДТП. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.